Ученики старших классов готовятся к спектаклю «Сын артиллериста» по стихотворению Константина Симонова. В программе дополнительного образования после основных уроков ученики, состоящие на учете, занимаются в кружках и секциях совместно с ребятами из других классов. Таким образом, принцип отчужденности здесь полностью лишается смысла, поскольку профилактика правонарушений – это работа общая, командная, считают преподаватели. На внутришкольном контроле у нас состоят, за мелкие там проступки, которые пропускают систематические занятия. Такие. А в подразделении по делам несовершеннолетних у нас к концу года не было состоящих, а в январе поставлено двое за бродяжничество. Профилактическая работа с подотчетными детьми заключается в комплексном сопровождении и в среднем занимает полгода. Если на имя инспектора поступает письмо с ходатайством от классного руководителя, ученик снимается с учета. Главное – занять детей самообразованием и минимизировать вероятность отрицательного влияния социума на школьников со всеми вытекающими. В этом весомую роль играет и актив школы. Для детей, которые стоят на учете, то есть мы их стараем больше всего вовлекать во все кружки, во все мероприятия, чтобы не обделять их, чтобы они тоже везде участвовали. В общем, стараемся максимально уделять им такое же количество внимания, как и детям, которые не состоят на учете. А у детей есть широкий выбор кружков и секций. Медиа-центр, в котором обучают базовым наукам журналистики и фотосъемкам, 3D-моделирование, где дети развивают не только технические и инженерные навыки, но и логику, мелкую моторику, пространственное мышление, воображение и творческие способности. В театре, о котором говорилось выше, школьники познают искусство, развиваются духовно и нравственно. В кружке ИГИЛ детей обучают игре на национальном тувинском музыкальном инструменте. Я участвую в конкурсах, проектирую 3D-модели, хожу на консультации, готовлюсь к экзаменам. Недавно вот был конкурс, мы подготовились к Шагабеле, участвовали. И что мы проводим с семьей, танец, это все. Мы танцевали с братом, показывали конкурсы всякие и участвовали во всех мероприятиях. И это лишь малая часть занятий для детей. В школе открыты двери секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, вольной борьбе. Также школьники ходят на кружки юных друзей полиции, юного инспектора движения. А ученики выпускных классов, которым предстоит в конце учебного года сдавать госэкзамены, углубленно изучают отдельные предметы. РС Мангуш, Буян Мангуш, Белек Оржак, телеканал ТУА-24.